Я натурально приветствую вас. С вами Монзарт. Сегодня мы будем проходить самый легендарнейший и самый эпичнейший файтинг всех времен — Mortal Kombat. И приятная новость заключается в том, что это Mortal Kombat XL. Будем проходить классическую башню на 10 рыл. Понеслась. И в процессе прохождения башни главное не получать по своей башне. Как бы это банально и тавтологично не звучало. Один игрок. Окей. Башня, традиционная башня. Поехали. Классика. Выбираем также классического персонажа. Sub-Zero, он же холодильник. Sub-Zero. Новшество 10-го Mortal заключается в том, что добавлены новые персонажи, и у новых персонажей у каждого. Ну не только у новых, у всех персонажей. Есть три боевые стиля, которым присущи свои особенности и свои какие-то уникальные навыки и трюки. Выбираем криомансера. Криомансер может в процессе боя создавать ледяное оружие и фигачить им по голове противников. И первый наш противничек — Таня, Танечка, Танюша. Уронила в речку мячик. Наша Таня громко плачет. Иди мячик ищи, а ты на меня нападаешь. На. Заморозочка вот так вот. И... вот так вот. Яблочки. Вот это вот мне не нравится, потому что она пуляется. А в четвертом Mortal, или кажется на Соньке был Mortal Kombat Trilogy, и там была Таня. Вот это вот. И поговаривают, что эта Таня названа в честь сестры одного из разработчиков. Round two. Fight. Так, второй раунд. О, как. Дерзкая девочка. Ну, Надя, молоточком по голове. Я, конечно, не Шаукан, но у меня тоже есть молоточек. Попалась. Вот так вот. Классик. И простое такое добивание. Под дых ноги. Коленом. Молодец, холодильник. Не разочаровал меня. Красавчик. Продолжаем дальше. О! Милена. Тоже особенная женщина. Шикарная. Масочку как снимет, так сразу все наркоманы прекратят употреблять. Вот джойстик отходит, вот это вот плохая новость. Надо новый джойстик покупать. Ну давай, давай. Попытайся очаровать меня своей красотой неописуемой. У тебя это не получится. Ты тут, конечно, девочка с формами, но лучше маску не снимать. Как Гюльчатай, открой личико. Но это не та история. Ты не Гюльчатай. Лучше не открывать тебе его. О, заморозочка не прошла. Зато захватит. Вот эти вот вылеты ее сверху.
Ну что ж, подлостью на подлость отвечаем. Она сверху вылетает, а мы, значит, замораживаем и фигачим в ответ. Не успела. Ё-моё, какая дёрзкая эта женщина! Ну, наполовину, блин, только танка. А всё. Короче, не затянули бы второй раунд. Упустили мы их фрейчик, но ничего. Тайминг, главное тайминг соблюдать. Это очень такая игра, где надо... О! Ух ты, ё-моё. Вот так вот, тайминг соблюдаем, и всё хорошо. Так. Sub-Zero wins. Пошли дальше. Молодец, холодильник. О, Джонни Кейдж. Звезда Голливуда. Восходящая. Nice to see ya. Everything be a joke. Yeah, it does. Так, это какой-то Джонни Кейдж. Не очень такой классический. Ну, у него ж дети, что ли, Блейд, появились. Вот он и вырядился в такой прикид. Наверное, детишек развлекал. А его Рейден так неожиданно вызвал, говорит. Чувачок, так и так, тебе предстоит сейчас бой. А? Didn't know you were such a fan. Ну чё? Round two. Fight. Сейчас мы возьмем реванши. Ну даем ему как следует. Может быть. Вот так вот. Вот так вот. Получи по черепу. Будет фаталити какой-то. Да-да. Ой, ты, блин, ё-моё. Какую-то дырочку у нас проделал этот клоун. Ну ничего, ничего. Мы возьмем реваншик. Вот так вот. Блин. Тут вот этот вот удар
когда он ногой бьет в воздухе Саб-Зиро. И вот надо в момент, когда Джонни Кейдж встает, и чтобы он получал от ноги по харе. Ну вот мы прыгаем вверх и нажимаем вниз икс, и получается такой вот, вот такой вот ударчик. Буквен! Наказание! Глазик! Молот не успел сделать. Ух ты, ё-моё! Но в этот раз мы должны победить. Вот так вот. Молодец, холодильник. Можешь ведь, когда хочешь. Давай, врубай свою морозильную камеру. И мы пойдем наверх, наверх, карабкаемся. Вот, Такеда. Тоже новый персонаж. Который появился в 10-м Мортале. У бойцов появились дети, и вот Такеда это один из них. Ух ты, ё-моё! Нет, нет, это плохо. О! Холодильник победил! Такого вот зонера сложного, как Такеда. Вот я пытаюсь сделать подкатик, и не получается. Вот заморозочка. Вот, с ноги удар. Снова заморозочка. Ух ты, ё-моё! Какую-то реакцию надо иметь, чтобы за ним успеть-то. Мелькает то тут, то там, так и катаракту глаз заработать-то можно. Кожаное лицо, еще один новый персонаж. С бензопилой, дровосек. О! Прямо из морга. Ну, он побеждается. Вот такими вот камполинами. Ты, блин. Стендапы, конечно, у него опасненькие такие, с его бензопилой. Тут надо быть аккуратненьким. И опять же таки... Ух ты, ё-моё! Дядя! Э,
Она еще и блоки ставит. Ну на. Ну как так-то, а? Финальный раунд. Надя, молоточком. То ли у меня геймпад лагает, потому что я не понимаю, почему вот так мочит усиленно. Leatherface wins. О, какой довольный своей там бензопилочкой. Работник морга, ё-моё. На тебе твое лицо кожаное. Так, вот тут заморозочка должна была по таймингу пройти именно, но не прошла. Ай, мы нарвались на вот такой вот удар. О, все, когда прессуем и по таймингу все делаем, все отлично получается. Продолжаем, а главное... Блин, заморозка не прошла. Походу мы... Вот такие вот камболины. О! Камболины нас спасают. Ну шо? Кожаное лицо. Получил по лицу. Пойдем дальше. Не спасла тебя бензопила. Поэконом бензинчик. Бензинчик сейчас дорогой. Почти 30 гривасей за литр. О! Еще один красавец. You cannot match my skill. Round one. Fight. На. Ух ты, ё-моё. На еще. Где у нас акция, ё-моё. Все. Победа в раунде. Натурально. Лазик-то. Ледышкой. Так, теперь главное не сбиться. Начинаем с такого вот прессинга. Ну, конечно, получаем ответочку, но... Ничего страшного. Ух ты, ё-моё. Вот это вот уже меня... Напрягает. О, по таймингу заморозочка прошла-то.
Ох, ну что-то нас это не очень спасло. Падай, глина. Все. Мы идем дальше. Натурально. Продолжаем, продолжаем. Генши, вот Генши очень опасный противник. Генши мне нравится, потому что мне нравится Азия, все азиатское. И Генши вот такой, как... Самурай. Особенный такой самурай. Очень импонирует. Но очень опасен, очень опасный донер. Вот не по тайбингу заморозка. Поэтому заморозка пролетела как бы над телом его. И все. И ничего у нас не получилось. Контроллер отходит. Надо купить беспроводной, потому что судьба всех проводных джойстиков одинаковая. Как с ними аккуратно не обращайся, со временем провод приходит в негодность. Все, победа натуральная. Раунд 2. Файт. Ты, ё-моё. Ну на. Ох, ответку-то какую нам дает-то? На тебе... Экстрейчик тебе в глазик. О! Победа! Затянули! Давай, холодильник! Включай свою морозильную камеру! Триборг! Триборг — это опасно, опасно! Особенно, если это сектор со своими ракетницами! Но в данном случае у нас этот Трибор в форме Смоука. Не, ух ты, ё-моё. Все. Вот это. Заморозочка не проходит. А вот проходит. Ну, Саб-Зиро и Скорпион хороши тем, что заморозка и гарпун так называемый.
Это стопроцентный выход на удачный X-рейчик. Ну как бы, не надо это использовать. На! Отдыхай. Так, кто следующий? О, уже четырехрукая проблема-то наша. О, какой! Sub-Zero. Широкоподобный. Defend yourself. Round one. Fight. Вот так вот используем его неповоротливость. Все, почти в сухую, вот почти в сухую, когда все делаешь по тайбингу и грамотно используешь или раш, или деф, все, все получается. Но... Ай, ну только не вот в эти моменты. Все, тут растяжение позвонков капитальное. Так, перепрыгиваем его вот эти вот зеленые приветы и не даем ему вылетать сверху. Пелечки. Захватик. Все. А, вот так вот. Да. Sub-Zero wins. Так. Надо пододвинуться, а то я волнуюсь и отодвигаюсь. О, щенок. Your skills wither in щенок, как у нас его называли во дворе. I'm stronger than ever. Then why do I sense... Давай, давай, попантуйся, поугрожай мне тут. Вот так вот. На! На! Да поддавался! Поддали! Понтовик, ё-моё! Понтовик первого ранга! Так, заморозка. Ну, все, вот. Стоит только на секунду что-то ошибиться, и все, уже. Уже поражение. Блочит и блочит, все. Ну, все равно засранец проиграл. И сейчас вот смотрите, он примет такую демоническую форму. О, что делает, о!
читер, ё-моё, читер натуральный. Читерас, как у нас даже во дворе говорили. Мы два раунда его победили, а он, значит, фигакси демонёв. Вот этот вот демон, он мне напоминает демона из «Властелина колец», который Гэндальфа затянул в пропасть. Но это более, блин, дерзкий. Вот, все, вот он не дает очухаться даже. Просто вот поливает огнем и все. О! Ну, это сложно, это действительно сложно, особенно когда он зонит и зонит вот этой вот своей струей огня. Мы теряем управление на пару секунд. А он по новой порции огня. Не. Да что такое? Так, ну что ж, вот не везет нам, не везет, надо разработать тактику такую, чтобы уворачиваться от его вот этих вот огненных, от его этих огненных приветов. Хотел взять вазу в него швырнуть, но не получилось. Пацан к успеху шел, не фартануло. Вот он, вот все. Он просто вот поливает огнем и... Ну, нам надо всего лишь один раунд победить вот этого вот демонического Шилока. Так. Чуть-чуть перекурчик. Так, сейчас откроем. Так, продолжаем разговор. Вот так вот. А! Так, сейчас он нас хватанет и будет, короче, поливать огнем. Вот так вот. Фу ты. Засранец! На, паскуда! Фу ты! Всё! Да! Ой, как колбасит его! Колбасит не то слово. Grandmaster Sub-Zero knew his Lin Kuei clan would need more than martial arts to stave off future threats to Earthrealm. In the frozen reaches of Outworld, he found the answer. A female frost dragon with a clutch of eggs. With his ability to freeze, Sub-Zero hatched the dragonlings. They accepted their Lin Kuei masters and their training as combat mounts. Ну, короче, мне лень переводить все это с английского. В общем говоря, Sub-Zero молодец. Dared risk conflict with Earthrealm.
Ну что ж, вот такое вот прохождение башни. Если делать все по таймингу, как бы, и вовремя использовать, как бы, тактику дефа и раша, то все будет получаться. Чего я вам и желаю, собственно говоря. Успехов, чтобы вы все делали вовремя, как в игровом мире, так и в реалиях жизненных. С вами был Монзарт, натурально, и, конечно же, наш классический холодильничек Sub-Zero. Всем успехов, всем хорошего настроения, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ну, вы у меня умные, талантливые, сами знаете, как все надо делать. Всем пока!